А тем временем у меня в гостях Александр Лихачев, представитель компании Retail.ru. Александр, и первый вопрос к вам. Как ваша компания представлена на данной выставке? Retail.ru представлен на данной выставке двумя стендами. Это пресс-центр Retail.ru, где мы бесплатно записываем интервью со всеми участниками выставки, и бизнес-центр Retail.ru, где работают наши партнеры. Компания ЧЕП, многоборотная тара, фирма 1С и типографский комплекс «Девиз». Александр, а какие планы на будущее у Retail.ru? Выставочный челлендж сентября мы продолжим уже в ноябре на выставке Peter Food, это 19-21 число, куда мы приглашаем всех заинтересованных принять участие в нашей улице технологий. А что ожидает вообще участников на выставке Peter Food? Peter Food – это северо-западный регион. Мы там готовим, как я уже сказал ранее, улицу технологий. Это 60 квадратных метров в одной из самых центральных частей выставки, где будут представлены партнеры наши. Рабочее место примерно 4-5 метра. И тот же самый пресс-центр там будет, деловая программа. Ну и большой интерес к нашим стендам. Александр, спасибо. И не могу вас не отпустить, не задав один очень важный вопрос. Общее впечатление о выставке World Food 2019 у вас какое? Масштабно, мощно. Ну и большинство моих коллег к концу четвертого дня уже без голоса, поэтому, я думаю, выставка прошла удачно. То есть поработали продуктивно? Очень. В принципе, как и все мы. Спасибо.